Так, это с кем это у меня ругается мой рыжик? Со Степкой. Все понятно. Два мужичка что-то не поделили. Сейчас я выпустила погулять предбанник. Ну, пока еще рановато, конечно, да, на улице, если только на поводке. Потому что надо, чтобы лапку он нигде не сбедил до снятия пластины. Так что вот он такой у нас деловой. Такой деловой. Всем деловым деловой. Вот я уже смотрю, как можно будет совместить стилизованную девочку и нашего рыжика. Вроде бы вписались, вроде бы ладят, но все равно надо смотреть, потому что рыжик очень жадный до еды. Он может покусать. Ладно, посмотрим.